Сегодня состоится второе судебное заседание по скандально известному делу парка Изумрудного. Напомним, директора бывшей фирмы-арендатора Владимира Фишера обвиняют в том, что в 2017 году он вырубил часть парковых деревьев. Обвинение настаивает на том, что это было незаконно. Городу нанесен ущерб 15 миллионов рублей. Сам арендатор уверяет, что рубил деревья совершенно законно в рамках выданных разрешений. Сегодня, как ожидается, свои показания даст представитель администрации Барнаула. Сам судебный процесс, возможно, продлится до начала лета. В случае признания виновным Владимиру Фишеру грозит серьезное наказание от 500 тысяч рублей штрафа до реального тюремного заключения.